Всем привет! Сегодня вместе с вами я хочу начать вышивать вот этот набор бисером. Основа напечатанная на ткани, схемка напечатанная на ткани и бисер. Заодно вы посмотрите, как я организовываю свой бисерный процесс и покажу вам разные техники пришивания бисером. Ну, те техники, которые использовала я. Те техники, которые попадались в моих наборах, в предыдущих видео вы можете посмотреть. У меня есть отдельные плейлисты и есть плейлист о готовых работах. Там вы можете посмотреть, сколько работ уже я вышила бисером. И мне вот попадалось несколько видов пришивания бисера. Полукрестом, крестом. Полукрест называют монастырский шов, шов назад иголку, если мы пришиваем по прямой линии. И в круговой технике, пришивание бисера в круговой технике немножечко отличается. Об этом у меня есть отдельное видео, чтобы бисеринки лежали идеально ровно. Я их не пришиваю швом назад иголку. Но сегодня я вам покажу этот шов назад иголку. В этом видео будут собраны все нюансы, которые будут полезны для начинающих вышивальщиц. Именно для начинающих вышивальщиц я советую приобретать наборы. Да, бывает, что и с первого раза удается подбирать бисер идеально, но я много видела работ, и не всегда первые работы вышиты самым подбором получаются красивые. Так вот, если у вас первые работы будут неудачные, то это может вас, вышивка может вас разочаровать. И еще неизвестно, захотите ли вы вышивать дальше. Поэтому, чтобы вам понравился результат, советую приобретать наборы. Фирм-производителей очень много, но не всегда есть фирмы, у которых хороший качественный чешский бисер, не всегда есть хорошо разработанные схемы. Иногда в каких-то случайных магазинчиках попадаются фирмы сомнительные, так скажем. Но вот если интересно, посмотрите мой плейлист «Готовые работы», там я показываю, какие фирмы я вышивала: «Черивна мыть», «Русская искусница». Неплохие наборы. Вот сейчас первый раз буду вышивать МП-студию. Заодно скажу тоже вам отзывы об этой работе. В Леонардо очень много хороших фирм-производителей представлено. Ну, то есть, как бы фирма должна быть на слуху. Посмотрите, что вышивают другие вышивальщицы. И тогда уже выберите для себя что-то, что вам нравится. Что входит в набор бисерный? Это основа, бисер. Я выбираю только с чешским бисером. В основном пресиоза, но вот здесь мы видим чешский бисер гамма. Первый раз у меня попался такой бисер, но он чешский, он в принципе ровненький. Я вот его посмотрела. Конечно, в магазине вам никто не даст распечатать, но смотрите в описании, чтобы бисер был чешский. Красивые картины с китайским бисером у вас не получится. Для бисера плетения они подходят, но для вышивки картин китайский бисер не подходит. Я видела иконы, вышитые китайским бисером. Если честно, я бы не стала вышивать такую работу, тем более икону. Икона должна вообще быть вышита безупречно. Инструкция. Почему еще советую начинающим наборы, потому что там всегда вложена инструкция, и даже если вы забыли, как вышивать, вот здесь показаны стежки. Во всех приличных фирмах всегда есть хорошая инструкция и подробное описание. И также входит основа. Основа может быть шелковая, может быть холст. Вот здесь мы видим у МП-студии вот такая основа, проклеенная флизелином, или, знаете, такой клеевой такой флизелин, наверное, такой используют для пошива пальто,
пиджаков. Вот он, ну, в общем, в шитье его используют. А на таком флизелине я не помню. По-моему, я не вышивала в основном. А у меня были тонкие, тоненькие. Ну, в принципе, для меня особой разницы нет. А основа синтетическая. А я очень люблю основу в иконах «Русская искусница». Там идет хлопчатобумажная основа. Ну, то есть я просто люблю эти тактильные ощущения от хлопка. А здесь идет синтетика. А в наборах Матрёнин Посад идет тонкий-тонкий шелк. Иногда на шелке для первого раза сложно вышивать. Я первую свою работу бисером вышивала на шелке. Сильно стянула. Но, в принципе, багетной мастерской натянули, все исправили. А также в набор входит иголочка бисерная. Не во всех наборах иголки хорошие, но, опять же, если вы опытная вышивальщица, то у вас наверняка в запасе иглы есть. Но если нет, то в наборе вот вам всегда одна иголочка вложена. Но для начала вам бы, конечно, хорошо купить еще дополнительные иголочки, потому что, ну, бывает, что иголки гнутся или ломаются. Если, допустим, у меня сейчас уже опыт есть, я могу одной иглой вышить несколько работ. Даже на деревянной заготовке я иглу не порчу. А поначалу я их портила. Они у меня и ломались, и гнулись. Не очень было... Неловкая я была вышивальщица, так скажем. Что нужно сделать? Обязательно работу нужно погладить. Ну, понятно, что если синтетика, значит, утюг сильно не разогреваем, чтобы работу не испортить. А погладить нужно обязательно, чтобы разгладить вот эти заломы. А когда была основа сложена, вот здесь такие заломы. А потом, конечно же, вы немножечко вот эти свободные участки сможете подгладить, а вот то, что будет под бисеринками, уже отпарить вы не сможете. Поэтому вот эти заломы отпариваем сразу. Как лучше вышивать? На пяльцах, на станке или в руках? Это все чисто индивидуально. Вот то, как вам удобно, так и правильно. Ну, то есть определенного правила, как положено вышивать, нет. Каждая вышивальщица приспосабливается по-своему. Я хочу сказать, что когда я вышиваю на станке или на пяльцах, то частенько я работу стягиваю. Мне удобнее вышивать, держа основу в руках. Но вот эта основа плотная, ее можно держать в руках. А если основа тоненькая, то только на пяльцах. У вас плохо получится держать в руках. Обычно вот так я скручиваю рулончиком. Вот так. Держу рулончик в руке и вот так начинаю вышивать рядочками. Вот эта работа будет вышиваться монастырским швом, то есть полукрестом. Все бисеринки должны лежать в одну сторону. Бисеринки не должны плясать туда-сюда. Исключение составляют наборы Милхил, когда бисер пришивается полукрестом и крестом. Или иногда бывают какие-то детали выделены. Бывает, что вышивается, например, рядочек, но тогда там совершенно другая схема. Также всегда на основах напечатаны цвета бисера. И видите, они у нас помечены 1, 2, 3, 4. В данном случае цвета бисера очень контрастные, поэтому запутаться здесь невозможно, но есть работы, где использованы оттенки, например, там 6-7 оттенков зеленого или там 6 оттенков желтого. Конечно, можно запутаться, поэтому обязательно нужны номера. Так вот, я для таких работ использую органайзеры, коробочки, где у меня обязательно написаны номера бисера 1, 2, 3, 4. То есть я ориентируюсь на цифры, я ориентируюсь не на цвета, а на цифры. Поэтому обязательно мне сейчас нужна будет коробочка, пронумерованная 1, 2, 3, 4, и туда я буду пересыпать бисер. Коробочки разные есть. Вы можете использовать те, которые удобны вам. Нет такой коробочки, где вот нужно ее использовать только ее и никакие другие. Любые коробочки, но обязательно подписывайте.
Это иногда кажется, что, ой, тут все понятно, подписывать не буду, а в итоге потом можно запутаться. Особенно если вы прерываетесь, например, убрали работу, взяли какую-то другую, потом вернулись к этой, и можно, в принципе, запутаться. Здесь используются 14 цветов бисера. Это немного, но почему я сразу делаю акцент на том, что нужно по коробочкам раскладывать? Потому что, вот, допустим, если я сейчас вышиваю леопарда от Александры Токаревой, это многоцветная работа. Если там, например, сейчас уже точно не скажу, сколько цветов бисера, 40, может, и больше, наверное, даже, то понятно, и там оттенки одинаковые, там много одинаковых оттенков, то понятно, что никогда вы не запомните по номерам эти оттенки, поэтому привыкайте сразу. Ну, видео, скорее всего, у меня сегодня будет для начинающих, потому что у меня есть уроки. Первый урок, второй урок для начинающих. И девочки пишут, раз начали учить, учите дальше. Вот, хотя я не обещала, что я буду здесь каждый год кого-то учить. Мои первые два урока, они вводные. В принципе, там все подробно и понятно. А вот уже дальше, когда вы берете набор, здесь все описано. То есть подробно, вот шаг за шагом описано, как нужно вышивать. Вот какая подробная инструкция. И, в принципе, мои уроки были рассчитаны как вводные, а потом уже дальше вы берете инструкцию и все делаете по инструкции. Ну, может быть, у вас только основа, может быть, бисера у вас нет в комплекте, может быть, вы его подбираете сами, и нет у вас инструкции, поэтому... Надеюсь, это видео будет кому-то полезно. Если полезно, лайки не забывайте ставить, подписывайтесь на канал, и мы продолжаем. Все, погладила я основу, приготовила коробочки, подписала коробочки. Вот такие коробочки продают в Леонардо. Чем мне удобны эти коробочки? Во-первых, можно... Ну, здесь вперемешку, в принципе, идет бисер, нужны будут обе коробки. Но... Вот иногда удобно поставить эти коробочки либо в ряд, либо вот так. Есть большие коробки, и когда тебе нужно взять бисеринку из второго, из третьего ряда, а у тебя при этом открыты крышечки в первом ряду, то можно так, ну, нечаянно перевернуть. Ну, то есть мне неудобно, вот если открыты крышечки в первом ряду, во второй, в третий ряд туда подлазить, поэтому удобно, когда отдельно. И вот в этих коробочках крышечки открываются вот до конца, видите? А вот если коробка большая, у меня есть такие большие, там крышечки не до конца открываются. Они вот так полуоткрыты, туда приходится подлазить, брать бисеринку. И потом уже вот это вот раздражает, когда вот эта вот застежка цепляется за палец. Ну, когда немножко вышиваешь, то... Все нормально. А если вышивать долго, то нужно, чтобы все было комфортно и удобно. Так вот, мне удобно, когда вот так открыты крышечки, и ничего вам не мешает взять оттуда бисеринку. И здесь очень хорошо они защелкиваются, каждый отдельно. Подписала их. Можно взять перманентный маркер и прям подписать на самой коробке, дождаться, пока высохнет. Либо можно краской какой-нибудь подписать, ну, если вам нужно, чтобы они всегда были подписаны. Я взяла вот такой вот ценник. Это ценники. Я использую их для того, чтобы сажать рассаду. Подписываю мясо, фарш, пакетики. В холодильнике лежит, ничего не отлетает. Это самые крепкие ценники. Вот такие большие, белые. Почему я вам их показываю? Потому что мне часто задают вопрос на моем влоговом канале, когда я подписываю пакетики мясные, где взять ценники, которые не отлетали бы. Вот эти очень крепко приклеиваются и на рассаду стаканчики я ими подписываю. На канале «Солнечный цветок» у меня огородный канал, а там тоже показываю и всегда задают вопрос, где брать такие наклейки. У нас есть отдельный магазин, где продают разовую посуду, и там есть ценники. Там разные ценники. Есть прям маленькие, малюсенькие, но они отлетают. Вот эти вот очень крепко
приклеиваются, у них даже края не загибаются. Ну, я их люблю, они такие гладкие. Единственное, когда их подписываете, сразу не надо пальцами трогать, чтобы не размазывалась авторучка, особенно если гелиевая у вас ручка. Ну, в общем, сегодня я все-все подробности по вышивке бисером вам расскажу. Итак, у меня 14 ячеек, а куда мне нужно пересыпать бисер. В данном случае у нас с вами бисер в зип-пакетиках. Это очень удобно, когда можно открыть пакетик, высыпать бисер. Остатки бисера у нас останутся здесь, потому что обычно бисер с запасом. И я не сразу весь бисер пересыпаю. Сейчас объясню, почему. Так вот, есть пакетики, которые запаяны. Их нужно отрезать и пересыпать. Желательно пересыпать в зип-пакет. Зип-пакеты у нас продаются там же, где разовая посуда. Там у нас есть зип-пакетики. Очень дешево там стоит 10 рублей, 20 рублей упаковка, где их там 100 штук. Они недорогие. Сейчас, может быть, и дороже, я покупала давно, вот, но, в общем, у меня упаковка куплена, мне хватает. Но в основном в наборах используются зип-пакеты. Почему я не пересыпаю сразу весь бисер? Ну, во-первых, в эту ячейку не уместится бисер, вот, допустим, зеленый, здесь его очень много. Поэтому пересыпать нужно немножко, остальное останется здесь в пакете. Если пакет запаянный, чуть-чуть пересыпаешь, а остальное потом куда? Назад высыпаешь, можно скрепочкой закрыть, можно. Но такие пакетики, которые запаянные, они иногда рвутся. Поэтому ну, мне неудобно их использовать. И еще такой нюанс, почему не нужно пересыпать весь бисер. Я насыпаю по чуть-чуть и его добавляю. Потому что иногда бывает, что бисер рассыпается. Ну, конечно же, не сам он рассыпается, но иногда такие казусы случаются. Если у вас бисер контрастный, вот такой, как в этом наборе, можно использовать вот такие липкие коврики автомобильные. Есть маленькие тонкие коврики, они не очень удобные, а вот такой вот большой коврик продается в специализированном магазине, где все для автомобиля, либо тоже в больших супермаркетах. Сюда можно высыпать бисер разных цветов и удобно вышивать, чтобы его не рассыпать. Но поскольку у меня две кошки, собачка, на него постоянно клеится ворс, не очень я его люблю использовать. Использую очень редко, только когда вышиваю на диване, полулежа, я тогда клею его на коленку. Мои питомцы, они всегда рядышком, и из-за них приходится этот коврик каждый день мыть. Я попутно отвечаю на все вопросы, которые мне оставляли зрители под разными видео. Ну все, бисер я пересыпала, как и говорила, вот так по чуть-чуть его пересыпала. И в данном случае, вот в данном сюжете, вы видите, как часто здесь будут меняться цвета. Поэтому я так думаю, что все коробочки будут открыты, и чтобы удобно мне было подлазить, то вот так они будут стоять в ряд. Вот так, чтобы не перевернуть следующий. И как мы с вами будем пришивать? Пришивается в данном наборе бисер не по цветам, например, вот так вышиваем весь зеленый или вышиваем весь коричневый, а вышивается вот так рядочками, то есть мы идем в одну сторону, в другую, то есть туда-сюда вот так. Можно вышивать вертикальными рядами, можно горизонтальными, а все зависит от того, как вам удобно вышивать. Чтобы вам было понятно, покажу вам, как вышивается бисер крестом и полукрестом. Возьму крупный бисер, покрупнее, вот 10 номер. Ну, в принципе, вот этот 10, он нормальный, не ювелирный бисер. И покажу вот на этом примере, на белой канве, чтобы вам было понятно. Сейчас я вам покажу несколько способов крепление бисера. У вас, конечно же, получится ловчее, потому что мне это нужно делать на вытянутых руках. Передо мной стоит камера. Без камеры все это получается намного лучше. Поэтому
Поэтому извините, если сейчас что-то, где-то будут какие-то заминки. Использую нить для вышивания, вот такую шелковую. Покупала ее в специализированном магазине. Ну, можно использовать простую швейную нить. Обычная белая швейная нить 50 номера, которая крепкая. В принципе, они сейчас все идут крепкие. Она подходит для такого вида вышивания. Вот в данном случае нам не нужны нити по цветам. Ну, то есть, это не означает, что мы зеленый должны вышивать зеленым цветом, а красный красным. Нет, мы идем рядочками. Кто-то вышивает мононитью. Я не очень люблю мононить в работе. Вот такая шелковая нить, она полупрозрачная. Ну и, в принципе, любой ниткой, которая подходит в цвет основы, можно вышивать. Ну, то есть, если вы берете швейную нить, вот можно посмотреть, какой цвет здесь преобладает, да? Допустим, вот фон, да, у нас фон бежевый. Можно взять беж. Вот под цвет фона можно взять нить. Ну, понятно, что в разных местах фон разный, но все равно мы пришиваем в основном одной нитью. Бисеринки ложатся плотно, и между ними абсолютно не видно, какого цвета нитка. Ну, а вот эта шелковая нить, она такая полупрозрачная. Можно, конечно же, мононитью, но я ее в работе не очень люблю. Тактильные ощущения как-то не особо мне нравятся. Использую ее только в крайнем случае на прозрачных основах, то есть прозрачный пластик. У меня есть видео отдельное, где я вышивала снежинку, там, конечно, только мононить. Ну, а в таких работах я использую обычную швейную нитку. Но сейчас буду... Вот эта нитка, это нитка, которая в наборах «Волшебная страна» на деревянных заготовках пришивается. Там тоже нитка одного цвета используется, хотя сами заготовки коричневого цвета. Но не все любят эту нить шелковистую. Кстати, я тоже сейчас начну ее вышивать. Если надоест, потом возьму обычную швейную нить. Даже у меня есть работа, где я использовала половину шелковой нитью, потом мне надоело, я взяла простую, и разницы в готовой работе совершенно не было видно. Ну и сейчас покажу несколько способов, как пришивать бисер. Я знаю правильные способы пришивания и покажу неправильный способ, тот, который использую я, но я его люблю больше всего. В общем, как пришить первую бисеринку, чтобы не было узелка. Нужно взять нить, сложить ее вдвое. Вот мы ее складываем вдвое. И вот этот вот кончик нам нужно сейчас вдеть в углу. Не всегда в бисерных иглах большое ушко. Иногда ушко очень-очень маленькое. И для этого я использую нити-вдеватели. Когда-то гамовские нити-вдеватели. Ну и на AliExpress они есть. Люблю именно такие. Кто-то использует металлические, но они быстро ломаются, пружинка вот эта выскакивает. А из пластмассовых, видите, она запаяна, она не выскакивает. Вот этот нитевдеватель у меня уже давным-давно уже весь погнулся, но он все равно еще рабочий, он не ломается и не рвется. Опять же, чтобы не ломался и не рвалась вот эта вот проволочка, отсюда она не выдернется, потому что она запаяна. Но для того, чтобы проволочка не рвалась, нужно протаскивать аккуратно, не сильно дергать, а вот так чуть-чуть покачивающими движениями. И вот у нас получилась такая петля. Но вот такой способ я не люблю крепления. Почему? Потому что не через каждую иглу можно протащить нитку двойную вот такую. И когда мы будем вышивать, видите, у нас здесь с вами на стыке получается в 4 нити. Не очень я люблю, когда в 4 нити вот такая толщина проходит через основу. Но это я не люблю. А в принципе, вам может это понравиться. И тем самым вы первую бисеринку будете закреплять без узелка. То есть вот у нас на конце получается петля. И теперь что мы с вами делаем? Я сейчас вам показываю способ, которым вышивается вот этот набор. Ну, то есть монастырский шов. Это не шов вперед иголка. Вот мы с вами прокалываем канву. Теперь берем бисеринку и
вводим по диагонали, не рядом, а по диагонали, вот так, по диагонали. И теперь у нас получается вот такая петля. С изнанки у нас получается вот такая петля, куда мы вставляем ниточку, и вот она у нас закреплена, видите? У нас с вами нет абсолютно узелка. Теперь переворачиваем, и поскольку мы вводили иголочку, вот неважно, как вы бисеринку положили, а с верхнего левого угла в нижний или вот так, это как вам удобно. Но вот смотрите, если мы вводили иглу вот сюда, вот в верхний правый угол, то теперь выводим мы ее вниз, вот так опускаемся вниз, не по диагонали, а вот сюда вниз. Вот мы с вами прокалываем рядом, вот видите, то есть опять в ту же самую точку. Проверяем, чтобы ниточки не вязались в узелки. Ниточки очень любят завязываться в узелки, особенно когда вам нужно на камеру показать это аккуратно. Так, в общем, получается, что следующую бисеринку мы пришиваем так же, как предыдущую. Вот мы ее пришивали из нижнего левого угла в верхний правый. И следующее то же самое. Берем бисеринку и также вводим в правый верхний угол. И вот смотрите, у меня одна ниточка уже выпрыгнула. Так вот, я хочу сказать, когда я учила людей, которые никогда не вышивали, у них постоянно эта нитка выпрыгивала. Для начинающих, для первого раза, вот такой способ я бы вам не порекомендовала. Ну, то есть понятно, что это правильный способ. У нас получается идеальная изнанка. А как закрепить бисеринки? Если нитка шелковистая, вот такая шелковая, она может выпрыгнуть. Поэтому все-таки я иногда в некоторых случаях советую ее завязывать. Еще у нас есть определенное правило. Последнюю бисеринку мы пришиваем два раза. Ну, то есть один раз и второй раз пришили. При другом способе закрепки, если мы не петелькой закрепляем, вышиваем в одну ниточку и без узелка, то мы тоже первую бисеринку пришиваем два раза. Первую и последнюю. Ну, то есть, вот существует такое правило. Это когда-то давным-давно я в книжке вычитала. Ну, в общем, для начинающих вот такой способ, он не подойдет тем, что вы будете постоянно вдевать нитку в иголку. Я вас уверяю, что даже при вышивке крестом такое будет. Ну, я наблюдала просто этот процесс, как люди первый раз вышивают бисером. Нет еще опыта. Так, ну, в общем, сейчас показываю способ закрепки. Вот у нас последняя бисеринка, и мы ее должны пришить еще раз. Мы ее пришиваем еще раз, потому что эта последняя бисеринка может болтаться потом, ослабнет и может болтаться. Чтобы она вот так держалась крепко, значит, нужно пришить ее два раза. И нитка у нас шелковистая. Вообще закреплять можно разным способом, но я обычно протаскиваю ее между несколькими, вот у вас уже будет рядочек, несколько бисеринок, вы ее протаскиваете, и все-таки я ее вот так, хоть это и неправильно делать узелки, но я один раз, допустим, вот так вот могу завязать. Этот узелок абсолютно будет не видно, если он вот завязан один раз. Потом протащили еще через там 2-3 бисеринки и еще один раз. Все тем самым надежно закреплено. Да, многие не любят узелки на изнанке, но если у вас вышиванка, если у вас одежда, где изнанка не будет закрыта, там да, там существуют другие способы. Можно выводить на лицо, протаскивать здесь между бисеринками. Но в картинах, где обратная сторона у вас будет постоянно закрыта и картина будет оформлена, это ничего не будет видно. Не нужно вязать кучу больших узлов,
это не нужно делать. Но все-таки на шелковистых нитях иногда можно делать небольшие узелочки. Также, если вы вышиваете акриловыми нитками подушку. Если вышиваете толстыми акриловыми нитками подушку, а эти нитки тоже шелковистые, и при стирке все у вас вылезет крестиком, когда вот вышиваете. Сейчас мама у меня вышивает подушку акриловыми нитками. И там ей писали, что Путинесса вас научит правильно закреплять. Не всегда правильный способ закрепки подходит для всех видов изделий. В подушках нужно закреплять хорошо наизнанке. Иначе при стирке все это вылезет на наружную сторону. Так вот, можно вышивать, можно делать микрозакрепки. Как делаются микрозакрепки? Это когда вы цепляете буквально одну ниточку. Прям вот одну-одну ниточку. Вот одну ниточку. Раз. И в соседнем крестике одну ниточку. Два. Вот если в эту вот одну ниточку протащить еще раз, вот, ну, тем самым получается как микрозакрепка. Вот, как мы так делаем крестиком иногда. Вот, все равно изнанка получается более-менее аккуратно. Но, опять же, шелковистая нитка, не факт, что не вылезет. Опять же, если это картина, она будет оформлена. Никто не будет ее руками трогать. Но если это игрушка, если ребенок будет играть, если небольшая, допустим, да, игрушка, елочная игрушка, то там нужно хорошо все-таки крепить нитки на изнанке. Ну, а там уж решайте сами, какой способ вам подходит. И при вышивке бисером, если вы выводите на лицо, то там вы отрезаете прям под корень ниточку. Прям, да, но если вы с изнанки, можно чуть-чуть малюсенький хвостик оставить. Он потом зашьется, этот хвостик. А если вы вывели на лицо, то тогда нужно посильнее натянуть ниточку и отрезать прямо под самый кончик. Ну, то есть такой способ тоже используется, когда вы выводите нитку на наружную сторону и пропускаете ее через несколько бисеринок. Вот когда они по диагонали уже у вас несколько будут лежать, то туда можно пропускать. Но все-таки для начала я вам советую попробовать вот такой способ, более простой. И можно вышивать в одну нить. Многие вышивальщицы вышивают в одну нить. Я всегда вышиваю в две. Бывает, что у нас не бисер, а рубка. Рубка, она может резать нить. А вот бисеринки вот такие кругленькие, они нить не режут. Но стеклярус, рубка, все это нить режет. Камнями, когда мы натуральными вышиваем. Не знаю, я привыкла и все работы вышиваю в две нити. И сейчас покажу вам способ, каким я закрепляю. Хотя этот способ считается неправильным, но я им вышила уже кучу картин. И, в принципе, я своим результатом довольна. Все бисерные картины у меня оформлены, поэтому ничего абсолютно не видно. Лицевая сторона у меня отличная, идеальная. Ну, а изнанка, может быть, кому-то покажется не идеальной. Но я, лично я даже в очках не вижу абсолютно никакой особой разницы. Что я делаю? То есть я беру нитку, один кончик вставляю, тем самым у меня получается, вот, складываю вдвое. И видите, у меня получается основание не в 4 нити, а в 2. Но мне так удобнее вышивать, легче проходит через ткань, особенно если вот такая ткань, основа флизелином, проклеена. Иногда бывает, даже нитка чуть-чуть цепляется, там толщина совершенно мне не нужна. И что я делаю? Вот видите, я сложила вдвое. Здесь у меня никуда иголка не денется, не выпрыгнет, не потеряю я ее. Вот, и берем вот этот кончик. Некоторые у нас думают, что узелок — это страшно и ужасно. Да, если мы вот так накрутим, вот так вот, вот такой вот огромный узел, вот такой вот, да, там, сейчас, в несколько, да, вот так вот. Вот так мы, например, в несколько накрутим вот такой ужасный узел, да, это будет ужасно. Конечно же, такой узел нам не нужен. Но если мы с вами возьмем и вот так один раз провернем, один мы сделали узелочек, один,
видите? И вот этот кончик мы отрежем, оставляя буквально 1 миллиметр. Ну, давайте теперь посмотрим. Ну, где здесь видно узелок? Вот некоторые говорят, не надо оставлять узелки. Ну, разве его видно, этот узелок? На макросъемке, на макро, и то не видно. Можно сделать узелок. Как он у нас делается? Ну, то есть мы вот так, если берем, и вот так один раз завязываем. Вот, один раз. Все, вообще не видно. Абсолютно не видно узелка. Хвостик отрезаем. И что у нас получается? Давайте посмотрим. Вот, видите, он не выпрыгивает. Даже этот один узелок, он получается очень крепкий. Но его совершенно не видно. Давайте сейчас попробуем также пришить бисер. Но в данном случае мы его будем пришивать швом назад иголка. То есть это еще один шов, который может использоваться в других наборах, где другой вид техники. То же самое выводим на лицевую сторону иглу, берем бисеринку. И сейчас мы будем с вами пришивать не по диагонали, а в ряд. Будем пришивать в один рядочек. То есть мы сейчас будем не по диагонали пришивать, а в ряд, поэтому в соседнюю дырочку. Теперь выводим наизнанку и смотрим. Также провдеваем сюда, да? Затягиваем. Ну, где вы видите узелок? Его абсолютно не видно. И вот этот маленький хвостик, даже если его оставить подлиннее, он потом зашьется соседними бисеринками. Все, его абсолютно не видно. Ну, то есть, вот тот способ петлей и вот этот способ мой, вот совершенно не виден. Вот я близко показываю на макросъемке. Поэтому так сильно уж прям переживать за узелки не стоит. И что с вами, что еще делаем? Вот при таком способе все-таки первую бисеринку нужно закрепить 2 раза. Хоть я вам и показала, что узелок крепкий, но все же, мало ли. Также можно без узелка закреплять. Можно первую бисеринку пришить 2 раза, при этом оставляя на изнанке большой длинный хвостик, который потом зашьется. Можно вот так взять в одну нитку, не делать никакие узелки и просто пришить первую бисеринку 2 раза. Вот мы пришили 2 раза, изнанка аккуратная, ничего не пострадало. И дальше шов назад иглу. То есть мы выводим иголку в следующую дырочку, берем бисеринку и возвращаемся назад, делаем один шаг назад. Теперь выводим иглу дальше в следующую дырочку. Берем бисеринку и возвращаемся на шаг назад. То есть получается, что по изнанке мы идем с вами вперед, да, шагаем через 2 клеточки. Вот. А на лицевой стороне возвращаемся назад. Так вот, когда я использовала вот такую технику в круговой, да, вот так, когда по кругу пришивается, вот такой способ, как мы видим, он не дает идеально ровных бисеринок. Не дает. Кто-то мне писал, зачем вы так сложно пришиваете в круговой технике, можно пришивать проще швом назад иголку. Можно, но бисеринки пляшут. Они не будут выглядеть идеально ровно. И потом иногда я делаю? Я просто беру и через все бисеринки еще раз пропускаю нитку. Вот так, еще раз пропускаю нитку. И мы видим с вами. Вот, пропускаю, получается ровнее. Но все-таки этот способ никогда вам не даст идеально ровный круг. И как я пришиваю в круговой технике, намного сложнее способ, но при этом бисеринки будут лежать идеально ровно. Поэтому решайте сами, что вы хотите видеть в итоге. Идеально ровные бисеринки или пляшущие. Поэтому способ можете выбрать любой. Ну и в принципе то же самое я делаю
как закрепляю. Последняя бисеринка всегда закрепляется, два раза прошивается. Я все-таки делаю узелочек вот такой. И могу рядом еще, допустим, сделать микрозакрепку. Микрозакрепка, одну ниточку цепляем. Одну, не весь крестик, а одну ниточку, которая рядом. Вот так. Все. Вот. Ну, вот сами смотрите, хоть я и делаю такие микроузелки, вот такие вот миллиметровые хвостики, которые потом зашиваются, но я не вижу, что изнанка так сильно-сильно страдает. Ну, собственно, вот основные способы. Можете вышивать в одну нить, можете вышивать в две нити, можете вышивать с маленьким микроузелком. Я его называю микроузелок. Меня это не пугает, не страшит. Ну, а дальше уже решайте сами. Ну, и сейчас хочу показать вам еще одну технику пришивания бисером. Значит, в первом варианте мы рассмотрели вышивку полукрестом. Дальше был шов назад, иголка. В круговой технике можно посмотреть в отдельном у меня видео, там подробно. Ссылочку я вам в конце оставлю и под видео закреплю эту ссылочку. Если кому-то интересно, можете посмотреть. И сейчас покажу технику пришивания бисером крестом. Такая техника бисера встречается в наборах Милхил. В наших наборах я не видела такую технику, не встречала, но вот в наборах Милхил мне такая техника попалась, и в трансляции мы обсуждали, девочки просили показать. Такой мини-узелочек. Выводим иглу на лицевую сторону. Ну вот, допустим, у нас квадратик, да? В этом квадратике мы можем вышить либо полукрест, либо крестик. Как мы это делаем ниточками, да? Вышиваем наискосок один стежок и второй стежок. Ну и здесь, собственно, то же самое. Берем бисеринку. Выводим ее по диагонали наизнанку. И вот здесь я все-таки советую также пропускать между двух ниточек, чтобы узелок не выпрыгнул на лицевую сторону. Я всегда бисеринки закрепляю именно так, чтобы не вылез на обратную сторону узелочек, либо даже когда вы делаете петлю. Лишнее отрезаю, оставляю буквально 1 миллиметр. Хвостик сейчас у нас зашьется вот так. И теперь вот мы видим, да, наискосок у нас легла бисеринка. Теперь выводим в правый верхний угол. До этого мы с вами начинали вышивать с левого верхнего угла. Теперь выводим в правый верхний угол. И вот мы видим, бисеринка у нас лежит по диагонали. Так мы опять вводим нитку в нее. Вот так. И выводим на обратную сторону в левый нижний угол. И вот мы видим, что бисеринка развернулась. Ну, то есть она лежит не по диагонали у нас, а ровно. Вот видите, она лежит ровно. А вот такая техника бисера часто используется, когда вот бисеринки нужно уложить вот так в ряд. Сейчас еще одну пришью, чтобы вам было понятно. Ну, то есть, значит, мы из левого верхнего угла в правый нижний угол. Бисеринка получается у нас боком. И теперь выводим в правый верхний угол. Пропускаем, опять же, через бисеринку. Ну, то есть, тоже сверху, видите? Вот сверху мы бисеринку. И выводим в левый нижний угол. Мне, к сожалению, из-за камеры не видно. Плохо видно, впереди камера стоит. И вот смотрите, что у нас получается. Когда мы вышиваем швом назад иголку, то у нас бисеринки вот так лежат в ряд. Да?
А здесь у нас вот как они лежат в ряд. Видите? Ну, вот такая техника, вышивка крестом, используется часто в наборах Милхил. Единственное, что в наборах Милхил идет не ткань, а перфорированный картон. На картоне сложно вышивать крестом, можно картон погнуть. А вот на ткани удобнее, потому что когда мы делаем второй крестик, можно вот так подставить палец, немножечко вот так прогнуть канву, вот так прогнуть. И подцепить. Вот когда второй стежок делаем, можно подцепить бисеринку. На картоне мне не очень удобно это делать. Ну, в общем, вот так у нас разные получаются техники пришивания бисера. Ну и сейчас начну я вот эту работу, буквально первые стежки, для того, чтобы вы посмотрели, как же все-таки вышиваю я на ткани в два прокола. Ну, то есть вот так, как здесь я вышивала, это в один прокол, но можно вышивать в два прокола. Вот при такой технике вышивания в два прокола нужно быть осторожной, чтобы не стянуть сильно канву. Но парадоксально у меня как раз-таки получается стягивать именно на пяльцах, когда вышиваю в один прокол. А вот когда я вышиваю в два прокола без пялец, почему-то у меня меньше стягивается канва. Хотя все девочки в комментариях часто пишут, что у них наоборот. Ну, то есть все индивидуально. Вот знаете, как у вас рука берет, какой способ вам больше подходит, такой вы и будете выбирать. Вот такие наборы называются с неполной зашивкой. Ну, то есть мы видим, да, что фон у нас не зашивается, а вышивается только рисунок. Но есть дизайнерские схемы, а также схемы от фирмы «Золотые ручки», которые вышиваются вот на такой чистой канве. То есть идет сплошняком полная зашивка бисером. Вот такой набор я вышиваю от Александры Токаревой «Леопард». Там очень сложно, часто меняется бисер. Но это многоцветный набор. Так же, как и «Золотые ручки», там, в общем-то, сложные дизайны, и просто на белой чистой канве вы вышиваете бисером. Ну, а вот эти вот наборы с напечатанной на канве схемой, они называются так, с принтом, да, мне очень нравится, когда схемка напечатана, но не у всех фирм-производителей хорошо различимы значки, то есть бывает, что они на ткани сливаются, и непонятно, какой цвет. Но здесь вот они четкие, ярко различимые. В принципе, вот уже так на первый взгляд мне набор нравится. Никаких дефектов во время обзора, недостатков я не заметила. Беру органайзеры, ставлю. Так, смотрим, какие у нас здесь идут цвета. Буду вышивать рядочками вот так, потому что, ну, думаю, в руках будет удобнее мне держать. Может быть, я потом надену на пяльца. Но смотрите, вот у меня есть разные пяльца. Есть дорогие пяльца от Нурги, да? Но такие пяльца вообще не подойдут нам в работе с бисером, потому что если уже будет часть вышита, и мы запялим, то бисеринки могут сломаться. Там очень жесткая идет натяжка. Не нужно брать пяльца. Вот обычные, самые дешевые пяльца. В Леонардо они всегда есть, ну и в других магазинах. Да, Леонардо для кого-то очень дорогой магазин, но у нас для Оренбурга это магазин самый дешевый. И сейчас смотрим по схеме. Значит, первая бисеринка у нас должна быть красная, которая у нас под номером 7. Потом идет темно-зеленая, которая под номером 2, и дальше идет зеленый бисер, который у нас под номером 1. Ну, то есть вот так мы в ряд будем пришивать все бисеринки. Еще раз повторю, вышиваем не по цветам, а вот так в разброс, а просто идем и вышиваем ряд, вот так ряд, потом разворачиваемся и идем обратно. Мне удобнее вышивать с правого верхнего угла. Сейчас вы поймете, почему. Беру красную бисеринку, вывожу в правый нижний угол,
Кстати, шелковая нитка, она даже больше путается у меня, чем простая швейная, поэтому нужно поаккуратнее, особенно вот перед камерой. Все, также вот делаю эту микрозакрепку. И теперь, вот смотрите, мы вывели в правый нижний угол, а теперь я опять вывожу в левый верхний. Ну, то есть, вот получается вот так. Вот. И как можно вышивать в два прокола? Берем, следом у нас идет темно-зеленая бисеринка, которая под номером 2. И вот теперь смотрите, мы выводим в правый нижний угол и одновременно в левый верхний от следующей. Вот ровно, вот так иголка. Не по диагонали, а ровно. Сильно не затягиваем. И вот так вот у нас ложится бисер. Теперь дальше берем ярко-зеленый. Вот при таком способе, если вы ну, уже приспособитесь, у вас очень быстро будет идти вышивка. Только придерживать нужно пальцами ниточку, чтобы она не путалась. И иногда заглядывать наизнанку, чтобы там тоже не путалась нитка. И у нас вот получаются вот такие вот параллельные стежки. То есть изнанка будет нормальная, красивая, не спутанная. Именно должны быть вот такие штрихи там. Так же, как и при вышивке крестом. Вот, видите, если не затягивать сильно, вот, все ложится ровненько. Вот сейчас я дойду до края и покажу, как развернуться. Вот я сейчас дошла до края, и мне нужно развернуться. Поэтому я беру работу, разворачиваю ее. То есть последнюю бисеринку я еще не пришила. Вот она у меня. То есть я в правый верхний угол вывела бисеринку, надела, но не в два прокола, а назад. Вывожу иглу назад, разворачиваюсь. И вот теперь я могу также в правый верхний угол вывести. Вот видите, в правый верхний. И продолжать точно так же, только в обратном направлении. Вот так же. В два прокола. Видите? Ну, то есть вот почти всю работу я вышиваю вот так в два прокола. Если не затягивать, то вот они, бисеринки, лежат ровненько. Единственное, когда вы разворачиваетесь, у вас получается вот эта работа, чтобы не была скомканная, вы ее вот так сворачиваете в рулончик. Вот, в рулончик. И держите в руках рулончик. Вот видите? И продолжаете дальше вот так вышивать. Меня спрашивали, если бисеринка следующая далеко, вот она идет далеко, а не рядом, как быть? Обязательно, вот видите, расстояние у нас между вот этой и вот этой бисеринкой. Если мы сделаем протяжку, то у вас может болтаться либо эта бисеринка, либо вот эта бисеринка, либо наоборот будет сильно стянута. Поэтому, если вы хотите сделать вот такую протяжку, все-таки вам лучше либо отрезать нитку, либо последнюю бисеринку вот так вот узелочком маленьким закрепить одним. Здесь у нас небольшая протяжка, буквально два крестика. И пришиваем вот эту бисеринку вот так. Сейчас пришиваем. И также делаем малюсенький, еле заметный узелочек. Не все это делают. Не все делают этот узелочек, но смотрите, мы можем нитку оставить чуть немножко свободной, тем самым не затягивая основу. Представляете, если у вас шелковая тонкая основа. На шелковой могут эти протяжки быть видны, поэтому лучше отрезать. Здесь плотная ткань, протяжки не видны, но
Я не хочу, чтобы бисеринка болталась. Ну, либо можно ее пришить два раза. Но, опять же, у вас может, если она ослабится, может видно быть нитку. То есть провиснет вот так, и будет видна нитка. Вот. Ну, вот, опять же, нужно смотреть по рисунку. Здесь вот перышки, да? Можно, конечно, отрезать ниточку и дальше идти. Но ведь не везде, не во всех рисунках перышки. Иногда, вот, например, вот цветочки прям рядышком. Буквально один крестик и рядышком. Один крестик можно не закрепляя. Вообще есть правило. На бисерных работах никогда не делать протяжки. Особенно если вы вышиваете иконы или портреты. Если в середине лицо будет протяжка, будет все стянуто. Но вот чтобы не было стянуто даже маленькую протяжечку, я закрепляю. То есть я не ленюсь, даже маленькую протяжку в две. Вот мы видим две клеточки. Две клеточки – это очень маленькая протяжка. Вот. Но даже ее я закрепляю, чтобы бисеринка не болталась. Но опять же, все надо смотреть по конкретной работе. В общем, такое подробное я сняла мастер-класс. Мне кажется, что на все вопросы, которые мне в течение этих лет задавали про бисерные работы, мне кажется, я ответила. Ответила достаточно подробно, потому что коротенькие видео у меня есть. И если там что-то непонятно, люди оставляют комментарии, то, ну, естественно, где-то я должна на них отвечать. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, приходите в прямые эфиры, задавайте вопросы. Я очень часто провожу прямые эфиры, потому что не всегда печатным текстом можно ответить на любой вопрос, особенно если нужно показать. Ну, то есть словами невозможно ответить на все эти вопросы, как делать крестик, как сделать так, чтобы как вышивать в два прокола, как вышивать бисер крестом. Я думаю, вот так наглядно вам будет понятно. Ну вот видите, да, вот в принципе бисеринки ровненько лежат, когда будет плотно несколько рядов, белую нитку вообще не будет видно, но все равно шелковая нить, она вот более крутится, простой даже швейной нитью мне почему-то вышивать нравится больше, поэтому... Вы, конечно, пробуйте, смотрите, может, мононить даже у вас с первого раза хорошо пойдет. Это все чисто индивидуально. Уже материалы будете подбирать для себя. Ну и потом уже у вас будет любимая фирма-производитель. Ну а пока, если вы еще новичок, я думаю, мои рекомендации некоторые вам помогут освоить технику вышивания бисером. Вот что в итоге у нас должно получиться. Работу закончила, поэтому можете посмотреть. Вот лицевая сторона и вот изнаночная сторона. Как видите, никаких особых дефектов нет. Даже если я и делала небольшие микроузелочки. Но будьте внимательны, если нить шелковая, то обязательно первую бисеринку два раза прошивайте. Такой микроузелок на шелковой нити все-таки может иногда развязываться. Спасибо вам за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Да, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видео. Колокольчик и кнопка подписки находятся внизу под видео.